Люберчане отметили 1 мая. Центральный парк культуры и отдыха стал главной локацией праздника. Более подробно в материале нашей съемочной группы. Весь день в парке звучала музыка и звонкий смех. Для детей подготовили мастер-классы по объемной аппликации и тонировке текстильных игрушек кофейным раствором. После высыхания поделки приобретают цвет, хорошо держат форму и источают кофейно-ванильный аромат. Каждый мог окунуться и в атмосферу советских лет. На выставке магнитофоны и утюги времен СССР, фотоаппараты, книги, игрушки и другие символы ушедшей эпохи. Их принесли жители нашего округа, работники парка и все неравнодушные люди. Все с теплотой вспоминают эпоху Советского Союза. Кто-то вспоминает себя в молодости, кто-то в детстве. А совсем маленькие дети знакомятся с историей нашей страны и с интересом рассматривают предметы. Это очень интересно. Самые спортивные готовятся принять участие в традиционном забеге на 5 километров. К всероссийскому движению «5 верст» люберцы присоединились летом прошлого года. В Люберецком парке это ровно 3 круга. По России больше 130 парков, которые каждую субботу в 9 утра приходят. Но сегодня мы решили в честь 1 мая пробежаться в дружной компании, потому что это не только про спорт, это про объединение. Я сегодня здесь с семьей, с детьми. Приходят пенсионеры, приходят совсем маленькие дети. Это в целом движение про то, что быть вместе, быть в здоровом образе жизни. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.